Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle в Риме». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное описание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. Да, собственно, они слышны до сих пор в игре. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи. Да и, собственно, скорее всего, это больше интересует таких людей, как я, которые хотят изучать и изучить внутренний мир The Isle. Понять, что происходило в игре, будет происходить, ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое, да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике «Тайный знак в пещере на Саус-Ист». Предположительно, в том месте, где мы разбирали и смотрели так называемое святилище каннибалов, или, как многие говорили, смоляная яма. Что это за силуэт? Как вы думаете? Вы часто задаете мне вопросы, но теперь вопрос к вам, господа. Пишите в комментариях, буду рад почитать ваши предположения. Кстати, спасибо Коко за данный артефактик. Но это еще не все. Звуки и крики на острове. С обновлением 6.5 их стало отчасти достаточно много на Исла Спира. Отчетливо ясно одно, что это не крики животных. Как мы поняли с подписчиком Вектор, что-то вновь напоминает Трайка. В игре по игровому времени крики стали отчетливо слышны в районе 12 часов ночи в игре. Сейчас вы увидите и услышите. Кстати, все это находится в районе дамбы Саус-Ист. Смотрим и слушаем. Что же это такое? Пишите свои догадки в комментариях. Буду рад почитать.